Здорово, братаны. И снова мы разделились. Я тебя скоро найду. Мне нужно придумать, как открыть эту дверь. Ой. Сейчас кто-то соснет. Преимущественно я. Че, охерел, что ли? Пошел нахер. Да ну нахер, потому что он уже третий сделал как бы комбо. Все, сдохли? Ну окей. Нет! Да ты че издеваешься, игра? Да блин, я все время не понимаю то, что у них комбо кончилось. Все, спасибо. У вас какие-то автоматически открывающиеся двери, когда враги закачиваются, не открываются, что ли? Так. Сюда. Нет. What? Я реально за этого принца ничего не вижу. А, блин, вон вижу, господи. Угу. И что, игра хочет от меня? Лол, что? А, здесь можно зацепиться. Я даже не понял, что здесь можно зацепиться. Ну ок. Ладно. Хорошо. Пусть будет по-вашему. Я даже не понял, что можно зацепиться. Ладно. Что мы здесь делаем? Окей. Вести мы идем наверх. Даже сохраняемся. Почему на этот раз, кстати, не дали после босса сохраниться автоматически, как в прошлые разы? Я не знаю, но, видимо, это Ubisoft. Они такие постоянные, просто капец. Окей, let's go. А тут нельзя было никуда зайти? Кстати, я 4 уже апгрейда для жизни взял. Что-то я не помню, когда 4 брал. Невероятно. Я слышала рассказы о таких чудесах. Но увидеть одно из них собственными глазами... Мои сиськи? Не такое же ли устройство установлено в Азаде? Говно. Этот лифт должен поднять нас в тронный зал. Но, похоже, это чудо из чудес сломалось. Я постараюсь вернуть его к жизни. Надеюсь, я когда-нибудь посещу Азад. Азад? Асись? Простите. Мои шутки за 299. Окей. Здесь я уже все вижу. Представляете? Тут сложно увидеть, тут один как бы путь. Привет. Прибывает рычажок. Че, лифтер? А, какую сторону можно? Можно, спасибо. Ни туда, ни сюда не крутилось. Издеваетесь? Он не зацепился, серьезно?
Я подумал, что как бы он, ну, как бы внизу за балочку-то схватится. Он такой, не, игнорирует балочку. Ну, а зачем? Ага. Им похер, да? Ок. Пошел вон отсюда. Ты че никак не сдохнешь? Все, сдох, спасибо. А можно мне его оружие, плиз? Нельзя. Окей. Ладно. Эта балка должна была отпасть, наверное. Извини. Что? Я зря! Зачем я это сделал? Зачем? Извини. Вот зачем я это сделал? Что? Я сказал извини. Я никогда не извинялся. За то, что я делал. За слова, что говорил. За то, кем я был. Я тоже должна перед тобой извиниться. Я не должна была подозревать тебя в таких ужасных вещах. Но я делал ужасные вещи. Я делал ужасные вещи. Давай еще расскажем. Но я делал ужасные вещи. Ошибка. Что? Но я делал ужасные вещи. А, эта херня высовывается, высовывается, что ли? Каждый. Окей. Но не каждый находит в себе силы их признать. Я видела, что ты сделал в мастерской. Старик говорил правду. Ты настоящий принц. Ты убиваешь меня. Мне снова назад? И наверх, да? Или куда? Или направо? Или я могу там? Я могу там зацепиться или не могу там зацепиться? Я без понятия. Окей, погнали туда. А, там была... О май гад! Ну... Что за херня происходит вообще в моей жизни? Ну вот сейчас вот я ее заметил, когда я вздыхал. Что?! Серьезно? Там сверху еще одна была. Они вдвоем пытаются, знаешь. Девчонки, привет! Лол. В огонь! Слышь, куртизанки поганые. Подожди, пока не остановится, а потом нападай. Да вообще похер. Я бью по КД просто всегда. А, ну да, это есть по КД. Он сказал бить по КД. Вау, что происходит? Нас сдох никогда, нет? Алло. Что происходит? Ни хера себе у вас жизни. Нормально, одна зависла в воздухе, херня, я не могу ее взять. Правая кнопка мыши, блин, спасибо. Интересно, интересно, девки пляшут, но здесь можно сдохнуть. Я попробую. О май гад. Фак. Блин, главное, чтобы не закрылась эта дверь. Иначе придется убиваться.
Убился. Хер с ним. Я нажимал левую кнопку мыши, она не сработала. Окей. Ладно. Откуда мне придется проходить? Хорошо. Ладно, смотреть катсцену заново, окей. О, это катсцену можно пропустить, то есть какие-то катсцены можно пропустить, какие-то нельзя. Ну это Ubisoft. Чё, они всегда такие. Ладно. Постараюсь серии Зевара с песком не потратить на этот раз. Резервуары с песком, как я сказал, это заворочено. Просто песок. Ну да. Вот как здесь, например. Когда, по идее, привык уже к современным играм, если у тебя персонаж падает, да? И он как бы цепляется за ступеньку, которая снизу находится. У него, ну здесь как бы, да. Здесь понятно. Пошел вон отсюда. И ты вон пошел отсюда. Лол. Рано! Прыгнул. Можно мне, пожалуйста? Песочек нельзя. Окей, спасибо. Извини. Что? Я сказал извини. Я никогда не извинялся. За то, что я делал. За слова, что говорил. За то, кем я был. Я тоже должна перед тобой извиниться. Давайте извиняйтесь еще разок. Я должна была подозревать тебя в таких ужасных вещах. Но я делал ужасные вещи. Ошибки совершает каждый. Fuck you. Ошибки совершает каждый. Но не каждый. Да, ошибки совершил вот здесь вот дизайнер, который поставил вот эту херню так криво. Старик говорил правду. Ты настоящий. Ну под спидами, что ли, девчонки? Найс. Nice. Неплохо. Ты жалок. Так быстро. Что же ты жалок? Потому что ты... Если бы я сохранялся столько, сколько ты... смысле, моя бабка была глава пройти. Блин, это же он же и озвучивает. Тот, кто озвучил чувака в после. Как же его зовут-то, этого актера, а? Моя бы бабка прошла эту игру, если бы сохранялся столько же, сколько и ты. Ну что это было? Найс. Nice. Это же последний Life Upgrade, наверное, да? Ну, выглядит как оно. Нечто засекреченное. Еп. Ой, какой я молодец-то, а. Хорошо, что заметил. Видали, да? Главное, всякие засекреченные штуковины замечаю, а вот переключатель, который бляха-муха на пол экрана, нет. Это я, привет. Нихера себе вот это на поворот начало такое классное. Чё по таймингам у нас? Так проще, если честно. Угу. Ну а как мне здесь? Не понял. Быстро. Ну нихера себе! Да пошло все в жопу. Читы! А, это еще не все здоровье? Еще будет один лайф апгрейд, окей.
Ну ладно. Не знаю, почему называю Life Upgrade. Как это еще подназвать по-русски? Увеличение жизни. Не русский, ты чё парни русский говоришь, а? Такой не русский просто. Мама не учила, что ли, а? Русский язык, фу. Да, естественно, это тап. Это не Е, это тап игра. Кстати, пропустил где-нибудь Life Upgrade. Прям самый-самый видимый, знаете? Такой самый-самый четко видимый вообще, который все собрали, даже Ваня трехлетний. А я не собрал, потому что я его не увидел, не пошел туда. Это не то же самое? Найс, вот это просто топ. А мне сюда? А, ну да. Что-то игра же мне подсказала. Лол. Топ-камера просто. Просто все заслонило, что только можно. Все вообще. Так, что здесь? Ну, типа, я смогу добежать по этой стене-то? Ну, видимо, да. Да твою маму! Так, давайте на самый назад вернемся. Я здесь потратил много чего. Я случайно нажал R, кстати. Надо было вот так сделать, наверное, да, сначала? Вот сейчас вы понимаете, в какую сторону идти? А, ну все вижу, окей. Мы почти на месте. Скоро все изменится. Похоже, ты слишком возбужден тем, что произойдет. Нет, принц. Просто ты забыл о своем долге. И то, что ты не разделяешь мою радость, говорит именно об этом. Он меня увидел? Fuck you! Пошли вон! Окей. А нафига? Я просто их убил, и у меня снова две этих штуковины. Вопрос. А, привет. Здравствуй. Ляськи-масяськи. Какой твой любимый цвет? Ляськи-масяськи. Цвет? Что это за вопрос? Мне повторите вопрос. Синий. Нет, ты сбросишь. А у меня другой любимый цвет. С лифта. Ты это вообще к чему? Неужели мы должны говорить только о серьезных вещах? Я так мало о тебе знаю. Цвет — это серьезные вещи тоже. А, понятно. Тогда скажи, какая у тебя любимая еда? Какие эклеры? Ой, эклеры. Конечно же, гранат. Чё, херё, а я не люблю гранаты. И почему же? С ними столько возни, невозможно есть с достоинством. Столько труда ради каких-то нескольких семян. Но не делает ли это их еще слаще? Ты не знаешь, разговор про чё? Это не про гранат, по-моему. Что это за место? Это сердце висячих садов. Все эти механизмы служат для управления и регулирования, для поддержания жизни. Это жестикуляция. Эти эмоции. Ты затрахал убегать! Берегись! Ок. Пошли вон. Изи. Еще что ли? Где? Музыка, хватит. Видимо, игра не ожидала, что так быстро могут завершить битву. Так, а что должно произойти? Когда я перестану поворачивать эту херню? А. О май гад, серьезно? А-а-а!
А, вижу. Я это случайно заметил только сейчас вот. А что такое? Япона сиська. Ладушки, тут что-то интересное пошло. Что-то интересное и разнообразное. А можно двигаться? Плиз. Ну ок, я надеюсь, здесь никаких подстав. Вроде подстав не было. Уже хорошо. Обожаю, когда нет подстав. Сейчас они потихонечку начнут защелкиваться. А как? А как бы... Ладно. Тут наверх никак нельзя. С этой камерой было. Ну, а здесь повернуться? Окей. Да беги! Окей, найс, найс. Я даже здесь не заюзал нигде замедление времени. Отлично, отлично. Так, здесь можно тупо спуститься, да? Фига себе, вот эти повороты. Вот, вот отсюда мне видно все намного лучше, блин, чем... А, ну хотя, нет. Мне оттуда было видно лучше. Так, здесь никаких подстав нету? Окей. А, я же отжал правую кнопку мыши, нет? Видимо, не отжал. Подозрительный какой-то фонтан. Подозрительный. О май гад. Сколько снизу плохих дядек. Что? Мне наверх можно подняться? Там еще вниз можно спуститься. What? А зачем вниз? Я должен что-то активировать. Окей, понял. Где мой прыжок, Веры? Сальто Наташи. Язык жестов, блин. И что я должен здесь сделать? А, все вижу. Здорово, братан, как тебе мои яички? И вот этот чувак повернулся прямо тогда, когда я спрыгнул. Ну ладно, я его убью. Ну где-то взять это? Может, для Вавилона лучше оставаться в руках Сервана? Я тебя не обижу. Что дальше? О май гад, you fucking serious. Как она медленно такая... Не-не, в другую сторону. Стоять, а что здесь буду делать, алё? Еще выше? О май гад! А такое чувство, будто не допрыгнул бы. Давай, скидывай эту херню! Хватит. Он хороший человек. Не, он великий человек. Сильный, верный, добрый, прощающий. Что такое? Я, то есть,
У нас были не лучшие отношения, когда мы расстались. Это было много лет назад. Я был юн и полон гордыни, а еще полон страха. Он хотел выслушать меня, но я не мог найти слова. Не хотел их искать. А теперь я могу лишь надеяться увидеть его снова, чтобы попросить прощения. Но сейчас не время для таких разговоров. Давай сменим тему. Нас окружает столько горя, мы не должны поддаваться ему. Так вот, вернувшись к делам текущим, отсюда мне до тебя не добраться. Тогда я могу закрыть еще одну заслонку. Встретимся дальше. Так, мне очень нужны эти песчаные кредиты вообще. Ладно, невидимость все равно вниз. Привет. Их два, что ли, здесь? Ага. Ну, снова ты. Ну, здесь. Я программу минимум выполнил. Он падает от второго удара. Какой смысл в этом комбо? Найс. Ну давай, о. Давай, бери эти песчаные кредиты, давай, отсасывай их. 200 песчаных кредитов, изи вообще. Я все еще не могу попасть к тебе. Однако с того места, где ты находишься, ты можешь добраться до тронного зала. А я пойду через теплицу. Это приведет нас в одно и то же место. Береги себя, принц. Какие сложные у вас... способы дойти до чего-то очень интересного. Так, ну вот здесь. Окей. Сейчас мы это все за один заход сделаем. Найс. Наверное, надо было за два. О май гад, еще больше. А, тут можно подняться выше, окей. Не разойдутся. Как же он долго убивает, а? Ой, как все продумано-то, а? Разгадал я этот дизайнерский ход. Меня задолбало их убивать. Они не такие сильные для такого комбо. Ну, серьезно. Как бы фу. Мне, наверное, сюда, да, все-таки? Наверное, все-таки сюда, потом туда. Ип. Так, в эту сторону невозможно. А тут балкончик. Могли просто построить лифт нормальный, а? Сраный Вавилон, а? О, прям вообще в тему. Здесь нет никаких пряталок, никаких секреток. Вроде нет. И все это с одним хп, мне даже, по-моему, урон не нанесли. С одним и тем же хп, в смысле. Это удачное место, чтобы продолжить с него историю. Да ты чё, да ладно, серьезно?